Привет всем! Привет! С Новым годом! Вас тоже с Новым годом! Саша вам всем передает привет. Вечером с вами обязательно выйду на связь, пообщаюсь. Где работает практически 100% населения и живут население нашей страны. Вот как раз важная тема развития фермерства, поддержки не только крупных сельскохозяйственных предприятий, но и малых частных предпринимателей. В достаточном ли объеме сейчас мы поддерживаем начинающих фермеров? И какие планы, может быть, есть на 2016 год? Конечно, мы... Привет! Привет всем! Спасибо большое. Мы уже в Праге приехали, приняли душ, покушали. Вот сейчас вот собираемся идти гулять по городу. Привет, привет. И на ужин. Прага, да. В Праге замечательно, очень красивый город. Мы будем, наверное, дней 5 здесь. Привет. Что получила от Деда Мороза? Очень много подарков. Все, что хотела, то получила. В Праге не холодно, сейчас, правда, идет снежок, но завтра обещают солнечную хорошую погоду, поэтому на завтра у нас запланировано очень много экскурсий. Будем гулять. В Минске уже темно. На самом деле, здесь тоже темно. Сейчас вам покажу. Мы живем практически в самом центре. Правда, плохо видно. На Рождество Прага просто замечательно. Сегодня у нас будет ужин рождественский, завтра тоже будем отмечать Рождество. Маска бальзама, милкшейк. Нет, никогда не гадала на Рождество, может быть, только в детстве когда-то, уже не помню. Откуда ты? Я из Минска. Так, спасибо большое. Муж пошел вниз в машину. Я уже тоже спускаюсь, потому что меня уже ждут друзья. С наступающим Рождеством, вас тоже с Рождеством, всех ребята. Мужу подарила рубашку красивую. Да, мы на своей машине, на моей машине поехали. Вот. И наши друзья тоже на машине. На 6 человек. Спасибо большое. Не ревнует кто? Муж перископу? Нет, не ревнует. Почему он должен ревновать? Прага волшебная, замечательная, очень красивый город. Очень много есть достопримечательностей, которые можно здесь посмотреть. Вот мы этим будем и заниматься. Да, на машине по Европе. Потом собираемся еще в Дрезден съездить. И, наверное, в Берлин заскочим по магазинам. Все ваши эфиры. Спасибо большое. Я очень рада, что кому-то помогла. Да, iPhone 6. Привет, Одесса. Платок супер, спасибо большое. Сумку поближе. Вот моя сумка. В Дрездене обязательно кумыс попробую. Обязательно попробую кумыс. А почему именно в Дрездене, расскажите? Мэй крутой, вы что, буквально за 3 минуты собралась, прическа, просто волосы феном посушила. Да, у меня нет 6S, представляете? Редко бываю в перископе, ну, я не знаю, наверное, перископ теряет свою популярность, и очень мало людей ведут трансляции. Мы были в Чехии, курорт назывался Шпиндлеров Млын, катались там на лыжах, и вот собираемся еще на пару дней туда заехать. Все, ребятки, я побежала. Я думаю, что если я найду Wi-Fi или куплю сим-карту, то обязательно... Нет, мы с Таней не ругались, глупости какие. Таня просто с нами не поехала, так все в порядке, все хорошо. Я думаю, что если найду Wi-Fi или куплю сим-карту, то я обязательно сниму трансляцию из Праги вечером, потому что она очень красивая. Поэтому увидимся обязательно. И я думаю, что на днях с вами обязательно еще поболтаю. Поэтому всем хорошего вечера, счастливого Рождества, всего хорошего, пока-пока.